Сейчас будут проводиться испытания подводной лодки «Барракуда» от компании «Пилотаж» и экстремального фотоаппарата, который может производить подводную съемку Pentax V90. Испытания будут проводиться как при искусственном освещении, так без света и при помощи диодного фонаря. Видео предоставлено компанией «Дилетант Компани». Вот наша подводная лодка уже плавает, погружена. Сейчас погружаем фотоаппарат под воду. И управляющий подводной лодкой. Спасибо за внимание.